Вот так у нас сейчас и Путин. Он хочет. Он уже 25 лет чего-то хочет. А ему все мешают. Но когда на вопрос, а покажите, кто вам конкретно мешает, он все никак не отвечает. Алексей, подскажите, а не испугается ли власть вот такой инициативы? Не начнет действовать против вас? Видите, действовать – это их право. Но мы же тоже не будем сидеть. Смотрите, вот я на чем хочу акцентировать ваше внимание. Мы же не ходим, не говорим «Путин, уходи». Мы говорим «сиди, занимайся своими вопросами, как можешь». Да? Мы будем заниматься своими вопросами. Но если мы занимаемся этими вопросами более эффективно, и это всем очевидно, то давайте выберем нашу точку поведения. Мы же не собираемся заниматься всем одновременно, как у нас Путин отвечает и за урожай, и за самолетостроение, и за это, за то. Мы реализуем 5 пунктов, потом еще 5 пунктов, потом еще 5 пунктов. Если мы продемонстрируем эффективность реализации наших планов, то кто нам может помешать? Если же он или окружающая его политическая группа, которая входит в его государство, посчитает, что мы им чем-то мешаем, они, конечно, могут предпринять какие-то действия. Вот сделают они что-то с одним человеком, но на его место придут 2, 3, 4, 5, 10. Вы же помните, когда на площадь выходит 1 000 000 человек, с ними сделать уже ничего невозможно. Здесь не поможет ни гвардия, ни Росгвардия, ни еще кто-то другой. Я сторонник того, есть взвод, мы движемся взводом, есть рота, мы движемся ротой. Как только мы дойдем до какой-то точки, если мы идем правильным маршрутом, у нас будет и батальон, и полк, и армия. Поверьте, это обычная система. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на канале «Перехват управления», и у нас Алексей Леонидович Бородавка, социальный следователь. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Бастрыкин заявил, что нам нужна идеология. Кремль ответил, что нас все устраивает. Матвиенко также подтвердил, что ее все устраивает. Как вам такое положение дел? То есть все, что у нас творится в стране, что мы падаем все ниже и ниже, и неизвестно вообще, какое будущее нас ждет. А вот Матвиенко все устраивает. А Кремль – это кто, который ответил? А Кремль – это… В Кремле их много. Это Песков. Песков, да? Да. То есть за весь Кремль расписался Песков, да, как обычно. Да. Потом скажут, Песков все напутал, да, и с него взятки гладкие. Я вам знаете, что скажу? Что вопрос здесь такой принципиальный. И он касается не идеологии, а идеи. Что такое идеология? Идеология – это производная от слова «идея». Когда нет идеи, это проблема для государства. Я уж не буду говорить, там, национальная это идея, или как-то по-другому ее можно назвать, коммунистическая, социальная, социалистическая, экономическая. Но без идеи, без перспективы, перспективы движения трудно двигаться вперед. Ну, я бы сказала, может быть, у них идеи и есть, это деньги. Коррупция. Тогда ее надо озвучить. Берите, как озвучил Ельцин, берите все, что можете и сколько можете. Быстрее. Вот и все. Да. Но тогда возникнет вопрос, а что брать? Уже все забрали. Кроме того, берите все, что можете и сколько можете. Это не идея. Это прикладная задача, которую они и так решают. И все решают, кто только может, и кто не может, тоже решает, насколько может. Вот и все. Сейчас же наше государство напоминает такой обоз, который гружен какими-то дарами, каждый сколько может вывести. Кто-то вывез на 1 000 000 000, кто-то вывез на 1 000 000000, кто-то вывез на 100 000 000, но у каждого что-то есть, каждому есть что терять. По большому счету общество, путинское государство и построено на этом принципе, сделать так, чтобы каждому было что терять. Кому-то пенсию на 10 000 или на 15 000, а то и меньше. Кому-то зарплату, тоже в регионах иногда не больше, чем 15-20 000. Кому-то там 15-20 миллионов долларов США. Кому-то столько же в миллиардах, но каждому есть что терять. То есть на страхе? Я бы не сказал, это скорее не страх. Страхом бы это назвать трудно. Это скорее такая осторожность, что вот мы куда-то сейчас пойдем, что-то произойдет, и мы то, что у нас малое или больше, или среднее есть, мы это потеряем. Вот в этом проблема. То есть практически путинское государство связало всех какими-то финансовыми ценностями, финансовыми, имущественными ценностями. Когда каждый думает, что мне есть что терять. Если я начну движение вперед, мне было бы хуже. А мы же с вами прекрасно знаем, что когда ты просто стоишь на месте, риски есть. Но ты уже теряешь. Да, ты уже теряешь. Но на самом деле при движении вперед риски всегда меньше.
если так рассудить. Когда ты движешься вперед, да, ты можешь потерять. Но когда ты стоишь на месте, ты потеряешь с большей вероятностью, чем при движении вперед. Вот в этом вся разница. Другой момент, что при отсутствии идеологии в путинском государстве другой идеологии нет. Кто заявил о какой-то новой идее или о какой-то новой идеологии? Пока в публичном пространстве новая идея, которая бы могла увлечь всех и которую могли бы разделить многие, ее нет, ее просто не существует. Смотрите, вот сейчас многие обсуждают последнюю пресс-конференцию Путина. Но Путин, как всегда, много говорил на разные темы, регулировал разные вопросы. Но суть-то в чем? Суть в том, что путинское государство сейчас активно участвует в дуальной системе построения мира. Смотрите, что произошло. Что такое дуальная система? Вот во время существования СССР была дуальная система, когда социалистический лагерь противостоял капиталистическому лагерю, и это все уравновешивало друг друга. Правильно? Пройдя через некий опыт моносистемы, когда фактически конкурентов у США не было, сейчас признано, что все-таки дуальная система, она более надежна, она лучше все уравновешивает. Поэтому давайте посмотрим, что сейчас происходит. Сейчас происходит приблизительно следующее, что Соединенные Штаты вольно, сознательно или несознательно, или невольно, договорившись с Китаем о чем-то, или даже не договорившись, а действуя просто в одном ключе, строит так называемую дуальную систему, где с одной стороны выступают Соединенные Штаты Америки и тот лагерь, который их поддерживает, с другой стороны выступает Китай и тот лагерь, который поддерживает Китай. Сюда же входит и Россия, и ряд других стран, начиная от Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи. То, что многие эксперты сейчас называют глобальным югом. Почему глобальным югом? Ну, наверное, потому что это немножко южнее от России находится. Да? Вот. Поэтому я бы сказал, что если отбросить всю шелуху, в которой пытался нас убедить Путин, то мы имеем дело с прорабом, который даже с мастером, потому что прораб здесь, наверное, Китай, Китайская Народная Республика. Мы имеем дело с мастером, который выполняет какую-то определенную задачу. А какую задачу выполняет? Построение старой дуальной системы противостояния. Потому что в рамках той системы, в которой мы живем уже 2000 лет, под названием такая система иудейской конструкции, да, здесь только противостояние обеспечивает устойчивость и остойчивость этой системы. Поэтому противостояние, она играет роль такого стабилизатора, когда идет некая борьба по неким правилам, и в рамках этой борьбы одна система уравновешивает другую. И сейчас пришли к выводу, что то, что было раньше при Советском Союзе, по большому счету, это оптимальный вариант развития. До этого было тоже какое-то балансирование между разными системами противоречия, да, в рамках Первой мировой войны. Там тоже было столкновение двух систем. Поэтому вот такая дуальная система сейчас строится. В ее строительстве участвует Путин. И поэтому сказать, что он участвует в строительстве этой системы в интересах России, я бы не сказал. Скорее, он участвует в строительстве этой системы в интересах правящего класса Российской Федерации, которую я квалифицирую как путинское государство. Это не Россия, не страна России, не СССР. Это путинское государство, капиталистическое государство, которое ставит перед собой определенные корпоративные цели. И в рамках реализации этих корпоративных целей они решают те или иные задачи. То есть получается тогда такая троичность, да? То есть путинское государство, Китай и США. Нет, это не троичность. Я бы Путина здесь отдельно не выделял. Он часть прокитайского, некого прокитайского курса. Вот. Возможно, мы же знаем, что Путин где-то начиная с 2007 года пытался торговаться с тем флангом, там, с Европой, США. Но, очевидно, этот торг не привел к каким-то значимым для него результатам. В результате Путин обиделся, решил, что его роль в той системе оценивают достаточно слабо, и решил сделать резкий крен в восточную сторону. Вот и все. То есть сейчас, если раньше он пытался выстроить какие-то взаимоотношения, как он их называл, конструктивные, с Западом, с коллективным Западом, как его сейчас называют, фактически это лагерь, во главе которого стоят Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, то сейчас он пытается
выстроить такие же взаимоотношения с глобальным Востоком-Югом. Вот и все. Но тогда бы, если с 2007 года, то тогда бы олигархат все-таки не вкладывался так в Запад, а вкладывался бы в Китай? Бы они меньше потеряли. Я вам знаете, что скажу? Олигархат, или как вы называете, капиталисты, они не мыслят идейными категориями. Они мыслят категориями рентабельности. Рентабельность тогда показывала им, что им выгоднее вкладываться именно в западные активы. Когда западный лагерь стал немножко как бы прижимать, то есть вводить систему легализации денежных средств, пошли какие-то ужесточения на банковском уровне, стали смотреть, откуда эти средства, а что, нет ли к ним каких-то претензий, да, тогда возник вопрос, а нужно ли нам это. Как я понимаю, со стороны Китая таких вопросов нет. Или со стороны того же Юга. Пока нет. Но все же живут по принципу «пока». Там, где нет идеологии, все живут по принципу «пока». Пока есть и хорошо. А что будет завтра, будем смотреть. Я так понимаю, что если завтра сотрудничество с Китаем, или с Индией, или с тем, что сейчас называется глобальным Югом, Востоком, или БРИКСом, это можно назвать как угодно, зайдет в какой-то тупик, всегда есть возможность снова лавировать в сторону Запада. Но понятно, что это лавирование уже будет осуществляться без Путина. Так как Путин уже у себя на лбу написал краской «Юг», «Глобальный Юг» и «Глобальный Восток». Но Путин считает, что до этого лавирования еще есть время. Потому что сейчас можно спокойно, как вождь Северной Кореи, посидеть некоторое время, осмотреться и выбрать наилучший ориентир. Но все-таки его же на юг тоже особо не берут, потому что Ленина он обвиняет, Сталина тоже. Вы имеете в виду в Китай? Да, конечно. Китай. Вы знаете, что китайцы же они очень практичные и прагматичные люди. Они с Соединенными Штатами Америки сотрудничали не потому, что там почитают Ленина или Маркса или Энгельса. Но да. Те бабки давали. Да, они сотрудничали. То же самое здесь. Путин играет в этом коллективе роль некого вышибала. Путина можно пугать. Раньше пугали Северной Кореи, но согласитесь, России можно больше испугать. У России ракет побольше, чем у Северной Кореи, и армия все-таки побольше. И все исходят из того, что раз в Северной Корее за 70 лет ничего не произошло, то Россия как-нибудь 70 лет продержится в этом состоянии, в котором ею можно кого-то пугать. Алексей, скажите, вот речь Путина, он произнес, многие очень ее разбирают. Скажите, что все-таки он сказал, но многие не услышали? Вы знаете, я в последнее время, так как Путин не является моим представителем, и вообще я его не рассматриваю в качестве человека, на которого надо ориентироваться. Я не скажу, что я смотрел всю его речь. Это не входило в мои планы, потому что для меня он ничего нового сказать не мог. Но я обратил внимание там на некоторые цифры, которые он привел, когда разбирал ситуацию боевых действий, которые ведутся сейчас Российской Федерацией на территории Украины. Так он привел цифры полного контингента, который находится в зоне боевых действий. Это 617 тысяч человек. Он привел цифры плана, который был в этом году на контрактников. Он назвал этот план 416 тысяч человек, а реально он сказал, что сейчас 426 тысяч человек. Теперь давайте посмотрим на количество мобилизованных, которые были мобилизованы, как мы помним, в октябре 2022 года, да? И посмотрим, о чем нам говорят эти цифры. Тогда приводили, что количество мобилизованных где-то было около 300 тысяч. Правильно? Да. Чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше. Теперь давайте посмотрим. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек. Из них 300 тысяч – это так называемая контрактная армия, которую постоянно проводят в ротации с других регионов. Да? То есть кто-то воюет, полгода, год уходит, на его место приходят другие. То есть будем говорить, это кадровая так называемая контрактная армия. 300 тысяч как раз складывается из представителей различных ЧВК, добровольческих объединений, и в том числе из контрактников, которые подписывают сейчас контракты. Поэтому смотрите, вот если мы сопоставим эти цифры, получается так, что 300 тысяч мобилизованных, план был на 416 тысяч в этом году. Значит, эти мобилизованные замещали практически ту вот часть 300 тысяч. Не все из них были в зоне боевых действий. Наверное, в зоне боевых действий там было где-то, может быть,
порядка 150 тысяч, где-то там 100 тысяч с небольшим было, наверное, во втором эшелоне. Но приблизительно мы исходим из того, что если 416 тысяч обязаны заместить 300 тысяч некадровых, я имею в виду контрактников, значит, безвозвратные потери Российской Федерации за год составили 116 тысяч человек. Что такое безвозвратные потери? Я не отношу к ним только убитых. Я отношу и тех, кто в силу тяжелых ранений не смог вернуться в строй. Это мы говорим об одном годе. Но до этого был еще период порядка там полугода с конца февраля до октября. Я думаю, тогда вот, учитывая то, что тогда российская армия наступала широким фронтом на Украине, сразу с нескольких сторон, что они не ожидали активного сопротивления, тогда, я думаю, где-то вот потери были эквивалентны этому, ну, может быть, чуть меньше. Приблизительно такие же цифры привел и немецкий Бильд. Он сказал, что приблизительно сейчас безвозвратные потери в год Российской Федерации оцениваются в 100 тысяч человек. И что это та цифра, на которую они ориентируются и которую готовы замещать за счет контрактников или за счет представителей различных добровольческих объединений. Таким образом, мы видим, что минимальная цифра потерь, о которых никто сейчас не говорит, ну, составляет где-то 100 тысяч человек. Безвозвратных, я имею в виду. Ну, максимально, наверное, там, если мы говорим о максимуме, порядка там 150 тысяч человек. Вот в таких цифрах. Но если точно, вот по путинской речи, это 116 тысяч человек за год. Таким образом, мы можем спросить, а вообще, как бы, за что гибнут эти люди? К какой цели мы стремимся? Что мы хотим достичь? Какую структуру мира мы хотим создать после этих боевых действий? Я так понимаю, что на этот вопрос мы пока не получили никакого ответа. Я лично считаю, что мы в данной ситуации воюем со своими соотечественниками, если мы будем исходить из того, что все проживающие в СССР были соотечественниками, да, друг для друга. А там большая часть украинской армии – это люди, которые как раз родились во времена СССР. Это все подчеркивают, что там молодежи достаточно мало, что основной контингент там от 40 до 50 лет в зоне боевых действий. Проблема в чем? Здесь идет столкновение, как я уже говорил, как и во времена смутного времени, за некую архитектуру будущего. Проблема только в том, что не один лагерь, так называемый этот глобальный юг, как его, или глобальный восток, прорабов, в котором работает Путин, не другой лагерь, США, западный мир, как его сейчас определяют их союзники, не дает какого-то четкого представления, что. Поэтому я думаю, что идеальным вариантом выйти из этого конфликта для нас было бы не сохранение некого статус-кво или победа той или другой стороны в том, как они ее видят. А что такое победа? Это попытка навязать противоположной стороне свою точку зрения. Я думаю, что в существующем мире попытки все навязать кому-то свою точку зрения, они обречены на провал. Если нет поддержки какой-то идеи или нет поддержки какой-то архитектуры, то здесь не о чем говорить. Нельзя человека силой сейчас заставить, это не рабовладельческое государство, верить в ту или иную идею, поддерживать тот или иной концепт. Я же знаю прекрасно, какое отношение на тех территориях Украины к России, которая сейчас находится под контролем Российской Федерации. Несмотря на то, что здесь все кричат о том, что они нас благодарят, они говорят нам спасибо, как я уже неоднократно говорил, там мнение 50 на 50. И то из тех, которые 50 формально поддерживают сейчас путинское государство, я не хочу говорить даже Россию, это не Россия, это путинское государство, да, которые поддерживают путинское государство, если с ними поговорить тет-на-тет, то окажется, что они делают это в силу каких-то определенных причин. Материальных, там, причин безопасности, причин того, что они считают, что с той стороной им уже будет трудно договариваться, потому что если я стрелял в противоположную сторону, мне уже сложно будет с ними о чем-то договориться. Вот такие как бы у всех причины. Но все, ну практически там 90% считают, что их использовали. Что их использовали с 2014 года для достижения своих целей. А какие цели? Как я сказал, это создание дуальной системы взаимоотношений. Причем эта дуальная система взаимоотношений, она в интересах и одного лагеря, и другого.
Поэтому на кого здесь работает прораб Путин? Я бы сказал, что он работает одновременно и на тех, и на других. По принципу, кто больше даст? Пока больше дает Китай. Но если завтра западный мир даст больше, вполне возможно, что будет смена ориентации. Это уже у нас сейчас модно. Это подсказка западному миру? Сменил ориентацию и все. Но я думаю, вы знаете, это не подсказка. Я думаю, что на самом деле все прекрасно понимают, что в какой-то определенный момент Путин, он и сам говорит, что я готов разговаривать, я готов договариваться, он дает постоянно сам сигнал. Вы слышали, что он говорит? Он говорит, мы готовы разговаривать, мы готовы договариваться, с нами просто никто не говорит. А с ним не говорят пока только потому, что еще не настало время. То есть западный мир считает, что для переговоров еще не настало время. Когда можно... По какой причине? Потому что западный мир хочет как можно больше уничтожить русских. И с той стороны. Видите, я бы не думал, что не говорил бы так однозначно. Что такое западный мир? Это не один человек. Там огромное количество людей. У них разные мнения. Уничтожение тех или иных людей всегда реализуется с какой-то целью. Какова цель западного мира в уничтожении русских? Зачем? Здесь, в нашей Сибири, никто жить не хочет. В этих климатических условиях никто работать не хочет. Жить таким образом, как живут сейчас в России, тоже особо никто не хочет. Даже никто не хочет жить, как в Украине. Иначе бы они уже давно были наполовину здесь в России или наполовину в Украине. Я считаю, что вопрос здесь в том, как сделать Россию или Украину частью общей системы координат с наиболее благоприятными для себя обстоятельствах. Вот и все. А как же глобальная повестка? Я считаю, что эта глобальная повестка, так называемое уничтожение населения Земли, она имеет место быть, как и любая повестка, но я бы не назвал ее превалирующей. Вопрос не в уничтожении населения Земли, а в том, чтобы сделать это население частью своего какого-то замысла, частью своей технологической системы. Сколько реально сейчас украинцев на фронте? Потому что по рассказам мы знаем, что в одном окопе сидят грузины, в другом окопе сидят поляки. Ну, смотрите, все-таки добровольцы есть, как и с этой стороны есть. Воюют и сербы, воюют даже кубинцы. Я считаю, что все-таки вот эти все рассказы о том, что там воюют иностранцы, не воюют граждане Украины, это не украинцы. Там есть и русские, и грузины граждане Украины, и армяне, и даже кабардино-балкарцы. Я там встречал многих и кабардинцев, и балкарцев, и чеченцев, и грузинов. Да? С той и с той стороны, да? Да. Они воюют, например, так называемая чеченская оппозиция, она вся с той стороны. Они, с них созданы отдельные батальоны. Они воюют в составе вооруженных сил Украины. Такие же есть грузинские подразделения, но это в основном это граждане Украины. Почему? Потому что в свое время много грузин училось в украинских высших учебных заведениях. Там оставались. Там пример, например, тот же Саакашвили. Он учился в Киевском государственном университете, в Институте международных отношений. Вот. Поэтому там есть разные национальности, как и в России, по большому счету. Конечно, но превалирующая часть – это русские и украинцы. Я могу даже сказать, что, на мой взгляд, русских с той стороны фронта воюет больше по национальности, чем с этой стороны. Учитывая, что с этой стороны воюет вся многонациональная Россия, я не думаю, что русских с этой стороны больше, чем с той. Я считаю, что ситуация такая, что русских там больше с той стороны. Даже Путин, тот же Путин сказал, что я рассматриваю этот конфликт как некую глобальную гражданскую войну. Вы знаете, я редко соглашаюсь с Путиным, но здесь я скажу, что в этих словах есть доля истины. Потому что фактически, как мы уже с вами говорили, это война не за территорию, это война за новый образ жизни. Другой вопрос, что граждане Украины понимают этот образ по-своему, а граждане путинского государства, те, по крайней мере, кто воюет в зоне боевых действий, понимают этот образ по-своему. Вот в этом пока проблема. Но я бы сказал, что не тот образ, который есть у путинского государства, не тот образ, который есть у граждан Украины, он не соответствует повестке завтрашнего дня. Скорее, это повестка вчерашнего дня. Вот эта вся ориентация на Евросообщество, на США,
США, евросообщество сами испытывают огромные проблемы. Они сами не могут выйти из внутреннего кризиса. Поэтому вопрос, зачем нам ориентироваться на вчерашний день, нам надо ориентироваться на завтрашний день. Тогда им нужно показать вот то, что нужно построить. И показать на самом деле, кто действительный враг. Вопрос в том, как показать. Смотрите, показать рассказами это крайне сложно. Можно показать только конкретными реальными действиями. Если вы знаете, мы вот с вами обсуждали такой вопрос, что вот, помните у нас на конфетах всегда, да? Вот у нас люди, да, у каждого человека есть свои интересы. Поэтому у этого человека свои интересы, у этого человека свои интересы. Не надо добиваться того, чтобы все эти интересы сходились, они разные. Но у всех людей, у всех, и с этой стороны фронта, и с той стороны, есть единственная цель – создать систему, в которой бы твои интересы развивались максимально благоприятно. Правильно? То есть вопрос к некому государству будущего, я бы даже не назвал его государством, потому что слово «государство» носит некий негативный оттенок. Я бы назвал его некой новой социально-экономической моделью развития. Да? Состоит в том, чтобы предоставить людям одинаковые возможности, предоставить им возможности развития, реализации развития своих интересов. Здесь же к этому тесно подходит и вопрос справедливости. У людей должны быть одинаковые возможности реализовать свои интересы. Дальше все будет зависеть от него. Понятно, эти люди будут, скорее всего, кооперироваться в какие-то группы, да, по интересам. Вот одна группа, там вот вторая группа, конфетная, да. Там будет третья, четвертая, пятая, шестая группа. Теперь смотрите, как сейчас у нас происходят выборы. У нас происходят выборы, что идет какая-то бабушка, ей кто-то в телевизоре показал симпатичным или энергичным, она взяла, проголосовала. А за что она проголосовала? Голосовать сейчас за те или иные планы, назовем так, или модели социально-экономического развития, это приблизительно то же самое, что голосовать за модель нового реактора. Да? Вот вы мне скажите, может ли человек, который не до конца понимает, за что он голосует, голосовать? Ну, за обещание голосует. Да, голосует за обещание. Или просто даже не за обещание, вот он показался энергичным. Сказал, здравствуйте, бабушка, она за него проголосовала. Потому что за это еще 10 тысяч. Не всегда, а иногда да, иногда и да, а иногда не всегда. Вот чем в свое время выигрывал тот же Немцов. Он всегда к бабушкам подходил, они говорили, вот какой молодой, молодец. И бабушек особо не интересовало. Они не связывали проблемы, которые есть в их жизни, вот с этим энергичным человеком. Они даже если связывали, говорили, да, он молодой, энергичный, он хочет, а ему мешает. Вот так у нас сейчас и Путин. Он хочет, он уже 25 лет чего-то хочет, а ему все мешают. Но когда на вопрос, а покажите, кто вам конкретно мешает, он все никак не отвечает. Говорит, вот нам надо было обновлять парк самолетов своей авиацией. А нам это кому? Мне или вам? Да? Я так подозреваю, что это надо было ему, так как он является главой исполнительной власти Российской Федерации. Я уж мало того... что он обозвался президентом. И фактически наша модель скопирована с модели Соединенных Штатов Америки. Вот здесь диссонанс. То есть о чем это говорит? Что вначале мы хотели примкнуть к лагерю глобального Запада, обозвались частью глобального Запада, создали президентскую модель, а теперь метнулись в сторону глобального Юга или Востока. Тогда состоит вопрос, а что мы с американской моделью делаем в рамках глобального Юга или Востока? А я вам отвечу на этот вопрос. Ответ очень простой. Фактически у нас этой модели уже не существует. У нас политическая власть узурпирована узкой группой лиц. У нас нет независимости судебной власти, нет независимости законодательной власти. Исполнительная власть, понятно, она и так никогда не была независимой. То есть формально вроде бы у нас все нормально, все независимо, должна быть какая-то борьба мнений, но реально этого у нас не происходит. Вот в чем проблема. Поэтому смотрите, когда мне говорят, а вот давайте вот чего-нибудь там дождемся каких-то решений или обратимся к Путину, мне смешно. О чем нам говорить с Путиным? Мы можем только сами взять и реализовать. То есть мы можем взять отдельных людей с их интересами и сказать, давайте вот мы реализуем раз, два, три, четыре, пять, программу из 5 пунктов. Не в 5 томах, а из 5 пунктов. Реализуем программу из 5 пунктов. И в рамках реализации этой программы из 5 пунктов вы получите какие-то новые дополнительные возможности для реализации своих интересов. Первым пунктом, я считаю, это наиболее злободневный для нас
пункт – это прекращение боестолкновения с нашими соотечественниками. Создание некой системы общих координат. Неважно, будем мы одной какой-то социально-экономической организацией, или разными, но союзными, или разными, но не враждебными. Это по-любому лучше решать какие-то вопросы в политическом каком-то русле, или в экономическом, или в социальном, чем решать его на поле боевых действий. Правильно? Алексей, но вы допускаете такую возможность, что Зеленскому запрещено идти на мирные переговоры? Секундочку. Вот здесь вот, знаете, а при чем здесь Зеленский? Если вы думаете, я как бы здесь отрицаю роль Путина, то что я теперь как бы вокруг Зеленского буду плясать ГПК? Я не собираюсь плясать. Но в украинском законодательстве есть очень такая интересная система. Называется она система подачи петиций. Если я с гражданами России и Украины выступлю с какой-то инициативой, и эту инициативу поддержит хотя бы 25 тысяч человек, ее вынуждены уже официально рассмотреть. Теперь смотрите, если я говорю гражданам Украины, понятно, что хорошо бы, чтобы поддержало не 25 тысяч человек, а чуть побольше. Но это как сложится. Я не сторонник того, чтобы ждать миллиона человек, как есть у нас некоторые наши общие знакомые, которые говорят, 4 тысячи мало, дождемся миллиона. А миллиона, может быть, никогда и не будет. Я сторонник того, есть взвод, мы движемся взводом. Есть рота, мы движемся ротой. Как только мы дойдем до какой-то точки, если мы идем правильным маршрутом, у нас будет и батальон, и полк, и армия. Поверьте, это обычная система. Да? Поэтому мы выступаем с инициативой, с которой мы выступим в ближайшее время. Эта инициатива, я думаю, будет поддержана ветеранскими организациями, будет поддержана общественными организациями, будет поддержана журналистским сообществом. Инициатива, она очень простая. Давайте поймем, зачем нам спорить о чем-то? Давайте признаем эти территории спорные. Давайте договоримся о системе взаимного администрирования этими территориями. До той поры, пока мы не определимся, кто мы, какие у нас идеи, к чему мы стремимся. Готовы мы идти вместе или готовы мы идти отдельно. Но, по крайней мере, соревнования двух систем, пусть даже путинской и западной на территории Украины, мы переведем из военной плоскости в социально-экономическую плоскость. Если я хочу на этих территориях обладать большим влиянием, я буду туда больше вкладывать, я буду там лучше администрировать, да? Вот и все. Здесь же все очень просто. Зачем нам вести спор вокруг какого-то предмета, который уносит сотни тысяч жизней, если даже предмета спора нет? Что мы предлагаем украинцам? Модель путинского государства они не хотят. Что украинцы могут предложить нам? Модель европейского какого-то государства мы тоже не хотим. Так пока даже спорить вроде бы незачем. Ради чего мы с нашими соотечественниками убиваем друг друга на поле боя? Давайте признаем эти территории спорные. Договоримся о какой-то системе финансовой, которая будет на этих территориях превалировать. Договоримся о какой-то системе администрирования этих территорий, о какой-то социальной политике. Если я могу сказать, что, например, из этих территорий там, через 3 года мы поднимем валовой продукт этих территорий, условно говоря, в 2 раза, кто мне что может сказать? Мне никто ничего не скажет. Почему? Потому что сейчас рост даже там, на 1,5% или на 2% или на 3% считается огромным достижением в этой системе координат. А я за то, чтобы перейти в другую систему координат. А где мне лучше перейти, как не на территориях, где никакого государства сейчас не существует, в силу тех причин субъективных, которые сложились. Единственный приемлемый выход для нас из этого конфликта, чтобы тысячи жизней, сотни тысяч жизней людей, которые погибли в рамках этого конфликта, не пропали зря, это создать новую систему взаимоотношений на этих так называемых спорных территориях. Но я уверен, что эти спорные территории станут неким маяком для нового социально-экономического развития, если мы сможем продемонстрировать эффективность этой новой социально-экономической модели. Замечательная идея, но для этого нужна армия охранять это небольшое государство или сообщество. А также мы понимаем, что договоренности обычно не исполняются. Давайте поговорим об армии. Смотрите, если мы договоримся о том, что эти территории признаны спорной, договоримся о системе их администрирования, договоримся об экономической системе, договоримся о защите прав всех групп населения, которые там существуют. Например, хочу я ходить в украинскую школу, ходи в украинскую школу. Хочу я ходить в русскую школу, ходи в русскую школу. То есть договоримся о какой-то кооперации,
Гарантами этого станут вооруженные силы Российской Федерации, вооруженные силы Украины и блок НАТО. Кто вам еще нужен? Мне не нужна армия. Если есть, эти будут договоренности, эти договоренности будут исполняться. Теперь смотрите, если мы договоримся, продемонстрируем какое-то позитивное развитие, и кто-то замахнется на нас палкой, понимаете, что это уже будет очевидно для населения России, для населения Украины, для населения Европы, что мы предложили вариант выхода, мы продемонстрировали какие-то результаты, а нам эти результаты мешают реализовать. Вот и все. Сколько нужно времени до появления результатов позитивных? Смотрите, если мы сейчас выступим с такой инициативой, эта инициатива будет поддержана с русской и украинской стороны. Если она напрямую не будет поддержана какими-то властными структурами Украины, мы сделаем это через петицию, да? Они будут вынуждены как-то на эту петицию реагировать. Если она не будет поддержана с российской стороны, мы просто им продемонстрируем какие-то результаты и скажем, вот у нас есть результат. Вот украинская сторона готова идти вот на это раз, два, три, четыре. Что вы можете предложить лучше? Если вы можете предложить нам дальнейшую войну, дальнейшее ухудшение условий жизни всех граждан Российской Федерации, а мы вам предлагаем выход из этой ситуации, при которой никто не считается победителем, мы признаем, что это есть спорный вопрос, он действительно спорный, мы же спорим. Насчет времени. Я считаю, что эту инициативу, связанную с урегулированием конфликта, который сейчас идет на территории Украины, мы видим, что эту инициативу необходимо формализовать до окончания президентских выборов, чтобы Путин видел, что эта инициатива существует, что она поддержана рядом граждан России и Украины. Мы соберем поддержку, если Путин увидит, что поддержка, которая идет в сторону этой инициативы со стороны граждан России и Украины, превалирует то количество голосов, которые он формально собирает, значит, получается, что, как бы вам сказать, это поделикатнее, даже не борясь с ним, мы просто поставим его на место. Скажем, вот смотрите, вот наш результат, вот ваш результат. Но в нашем результате тут написано фамилия Иванов, Петров, Сидоров, вот их телефон, вот их адрес. У нас нету анонимных, скажем так, поддерживателей, да? В то же самое время, что поддержка Путина, она анонимна, и мы не можем до конца быть уверенным, что там те цифры, которые нам официально заявляют. В нашей же ситуации такого не будет. Когда кто-то поддерживает петицию или кто-то поддерживает инициативу, там стоят реальные координаты реальных людей, которые это поддерживают. Вот и все. Что людям тогда надо сделать в этой ситуации? Куда-то зайти, что-то подписать? Какие действия? Смотрите, что я предлагаю. Сейчас в ближайшее время мы в своем телеграм-канале «Антисегодня» опубликуем некую программу того, о чем мы сейчас говорим. Опубликуем некий концепт того, о чем мы сейчас говорим. Я считаю, что первое, что надо, что можно было бы сделать, это люди просто заходят, там регистрируются в определенном телеграм-канале, мы уже их видим и можем с ними как-то взаимодействовать. Неважно, сколько их будет, мы не гонимся там за какими-то миллионами, там, сотнями тысяч, сколько бы их ни было, мы будем исходить из того, что каждый, который пришел и каждый готов, это уже большое достижение. Вот и все. Спасибо, Алексей. Но теперь о результатах. Да. Еще же о результатах мы не сказали, сколько по времени. Вот если мы формализуем эту инициативу где-то до окончания президентских выборов, потом выйдем на какие-то переговоры, на мировое соглашение, я думаю, это вот при всех нюансах, ну, займет от 3 месяцев до полугода, да, то где-то к осени следующего года мы уже построим функционирующую систему, которая начнет развиваться. Не позднее, чем через год, то есть через один год после осени следующего года, то есть не позднее, чем осенью 2025 года, будет уже виден результат. Я думаю, этот результат будет гораздо более впечатляющий, чем 25 лет путинского правления. Алексей, подскажите, а не испугается ли власть вот такой инициативы? Не начнет действовать против вас? Видите, действовать – это их право. Но мы же тоже не будем сидеть. Смотрите, вот я на чем хочу акцентировать ваше внимание. Мы же не ходим, не говорим «Путин, уходи». Мы говорим «Сиди, занимайся своими вопросами, как можешь». Да? Мы будем заниматься своими вопросами. Но если мы занимаемся этими вопросами более эффективно, и это всем очевидно, то давайте выберем нашу точку поведения.
Мы же не собираемся заниматься всем одновременно, как у нас Путин отвечает и за урожай, и за самолетостроение, и за это, за то. Мы реализуем 5 пунктов, потом еще 5 пунктов, потом еще 5 пунктов. Если мы продемонстрируем эффективность реализации наших планов, то кто нам может помешать? Что нам Путин может сказать, что вы не делаете жизнь граждан России лучше? Если же он или окружающая его как бы политическая элита сегодняшняя, я бы не назвал их элитой, ну, назовем так, политическая группа, которая входит в его государство, посчитает, что мы им чем-то мешаем, они, конечно, могут предпринять какие-то действия. Но я думаю, что эти действия, это будет не то же самое, что говорить, вы не выходите на демонстрацию. Кто нам может запретить делать нашу жизнь лучше? Вот сделают они что-то с одним человеком, но на его место придут 2, 3, 4, 5, 10. Вы же помните, когда на площадь выходит миллион человек, с ними сделать уже ничего невозможно. Здесь не поможет ни гвардия, ни Росгвардия, ни еще кто-то другой. Это все. Спасибо, Алексей. Друзья, с нами был Алексей Леонидович Бородавко. Думайте и действуйте.